Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которой московскому ЦСКА достался в соперники лондонский «Арсенал». Самым нежеланным соперником был «Атлетико», самым желанным – «Зальцбург». С «Арсеналом» будет очень сложно, но интересно, они стремятся играть в атаку, то есть позволяют играть другим. У них нет такого цемента в обороне, как у лидеров АПЛ, поэтому они далеки от зоны Лиги чемпионов в чемпионате Англии. Отсюда их высокая мотивация в Лиге Европы, но такая же была и у «Лиона». Если ЦСКА пройдет «Арсенал», то я даже не знаю, я буду восхищен ЦСКА. Уже сейчас можно говорить, что сезон удался. Осталось завоевать путевку в Лигу чемпионов в чемпионате, и дело сделано. Будет интересно посмотреть на наших ребят на фоне Мхитаряна, Азила и остальных. Думаю, что у ЦСКА есть шансы, цитирует Бубнова Спортбокс. Первый матч ЦСКА проведет с «Арсеналом» в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» 5 апреля, а ответный – в Москве на стадионе «Веб-арена» 12 числа. Игнашевич. Осталось разобрать, как МС громил «Арсенал» и полдела сделано.